Друзья, всем привет! Сегодня приготовим национальное грузинское блюдо аджахури. Друзья, перед просмотром данного видео хочу посоветовать вам интернет-магазин «Мангал Топ», где вы найдете огромный выбор казанов, печи под казаны, мангалы, шампура и все, что необходимо для отдыха и приготовления блюд на открытом воздухе. Переходите по ссылке, ссылку оставлю в описании. Если укажете, что пришли от моего канала, ссылка на весь товар 5%. Для приготовления данного блюда нам потребуется 1 кг мяса, свинины в данном случае, 1,5 кг картофеля, лук 4 головки, 2 помидора, болгарский перец, перец 1 острый чили, 4 зубчика чеснока по специям, соль, перец по вкусу и хмели сунели, и также растительное масло. Ну и перед началом приготовления все нарежем и продолжим. Ну, для начала нарежем картофель. Картофель нарезаем не мелко, вот такими дольками, как картофель по-деревенски. Если крупный, то на 6 частей. Если поменьше, можно на 4. Нарезали картофель, вот что у нас получилось. И теперь подготовим мясо. Мясо нарезаем также небольшими кусками, примерно так же, как картофель. Ну, в 2-3 раза меньше, чем на шашлык. Перерезаем все мясо. Мясо нарезали примерно на вот такие вот куски. Теперь займемся луком. Лук нарезаем полукольцами. Можно полукольцами, солонкой, кому как нравится. Думаю, это не принципиально. На вкус блюда это не повлияет. Лук нарезали, теперь нарежем чеснок. Чеснок нарезаем довольно-таки крупно. Все, нарезали чеснок, и в принципе на этом этапе все, что нам нужно было подготовить из овощей, мы подготовили. Теперь разжигаем огонь и устанавливаем казан. Огонь разожгли, и теперь устанавливаем казан. Казан у меня на 12 литров. Установили казан. Наливаем растительное масло по стенкам казана. Грамм 300-400.
И ждем, пока масло раскалится. Итак, проверяем масло. Масло раскалилось. И первым делом отправляем картофель. Картофель отправляем половину, чтобы масло не остыло. Нам нужно, чтобы он просто обжарился до красивого золотистого цвета, но не полностью был готов. Поэтому обжариваем. Прошло 3 минуты, но еще не готово. Еще немного обжарим, работаем на максимальном огне. Первая партия готова. Убираем ее пока что в сторону. И отправляем вторую партию. Огонь также максимальный. Обжарим вторую партию. Не забываем подкладывать дрова. Помешивать картофель. Вторая партия практически обжарилась. Сейчас ее тоже будем вынимать и уберем часть масла. Только масло нам теперь уже не нужно. Да, картофель обжарился, можно доставать вторую часть. Убрали из казана часть масла и теперь отправляем в казан мясо. Помешиваем мясо. Прошло примерно 5 минут, как оно обжаривается. Все, подождем минут 5. Прошло 10 минут, как обжариваем мясо. И теперь отправляем лук. И обжариваем вместе с мясом. Лук обжарился. Теперь сюда же отправляем чеснок и перчик чили, мелко порезанный. Перемешиваем. И отправляем картофель.
Закрываем крышкой и ждем 5 минут. Прошло 5 минут. Открываем крышку. Солим по вкусу. Черный молотый перец. И хмели смели. Теперь аккуратно все перемешаем, чтобы не поломать картошку. Накрываем крышкой и на медленном огне засекаем 10 минут. Пока наше блюдо тушится, подготовим следующие ингредиенты. Перец болгарский. Нарежем кубик. И нарежем 2 помидора. Такими дольками. Прошло 10 минут. Открыли крышку, перемешаем. Все аккуратно. Теперь отправляем сюда болгарский перец. И помидоры. И накрываем крышкой еще на 10 минут. Ну что, друзья, отзавкурить готово. Будем доставать и дегустировать. Ну что, друзья, наступил самый ответственный момент. Дегустация. Попробуем мясо. Блюдо очень вкусное. Советую к приготовлению. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!